Отчитались красиво, но работы по уборке города еще выше крыши. Наталья Котова раскритиковала подрядчиков, которые приводили в порядок газоны и улицы Челябинска. Перед традиционным совещанием в понедельник мэр проехала по мегаполису и зафиксировала все нарушения. Досталось и главам районов, которые отчитывались о масштабных субботниках. По заключению начальников администрации, на уборку вышли десятки тысяч челябинцев и собрали тонны мусора. Ко всем подрядчикам есть вопросы, со всеми подрядчиками работайте и, главное, контролируйте этот процесс. То есть, если выборы убрали территорию, отчитались, ну, значит, она должна отличаться точно от другой территории, которая еще не убрана. То есть по Листве аналогично, по улицам, сейчас когда с главами будем говорить, там, что есть территории, которые относятся к дорожникам, есть территории, за которыми следят подрядчики администрации района. Много нареканий было на парковке на улицах, на трамвайные пути и газоны вдоль дорог. К тому же еще с прошлого года осталось много неубранных поваленных деревьев. Эта проблема особенно очевидна в металлургическом районе. Наталья Котова отметила, если подрядчикам и главам районных администраций кажется, что недочеты не видны, это не так.